Сеть турагентств «Виста». 4 миллиарда туров круглосуточно на сайте vistadefistour.ru. Выбор лучшего варианта предстоящего отпуска – задача непростая. А закрытие Турции и Египта для российских туристов эту проблему сделало еще сложнее. Попробуем разобраться, как максимально выгодно и без потери драгоценного времени можно подобрать себе тур на весенние каникулы или лето. Турагентства, традиционные помощники в данном вопросе, испытывают не лучшие времена, а многие и вовсе закрываются. Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на те турфирмы, которые имеют минимум 3-летний опыт работы и постоянный офис. Смена адресов или предложение встретиться в кафе для подбора тура – первый признак нестабильного положения турагентства. Пожалуй, важнейший показатель качества работы турагентства – его технологическая оснащенность. Заслуживают доверия турагентства, которые имеют регулярно обновляемый и удобный веб-сайт с большой базой готовых предложений отдыха. Ведь чем больше выбор, тем выше вероятность найти именно то, что вам нужно. Кроме того, такой веб-сайт поможет подобрать ваш тур, не выходя из дома, сидя вечером дома у телевизора или за чашечкой чая. Идеальный вариант, если у турагентства есть собственная система поиска туров по абсолютно всей базе и всем городам вылета. Это открывает вам доступ ко всем скрытым возможностям профессионального турагента. Кроме того, как правило, за подбор тура с сайта хорошее турагентство предоставляет скидки. Приятным бонусом будет наличие у турагентства онлайн-консультанта, с которым можно обсудить все детали поездки или проверить выгодные спецпредложения прямо с рабочего места, не отвлекая коллег, или дома, не мешая близким. Самыми актуальными в данное время являются туры в Таиланд и Индию. Судя по сайтам турагентств, отдых там обойдется в сумму от 35 тысяч рублей. Популярны также туры в Крым и Сочи в предстоящий летний сезон с вылетом из Оренбурга. Постоянный на протяжении нескольких лет адрес офиса, продвинутые современные технологии, удобный и ежедневно обновляемый сайт – главные признаки надежного турагентства. И не забывайте, что искать выгодные цены и спецпредложения без риска лучше только в таких турфирмах. Каждый год без исключения каждая женщина ждет, что же ей подарят на 8 марта. И каждый раз у вас, дорогие мужчины, есть уникальный шанс заинтриговать, удивить и красиво рассказать о своих чувствах. О том, каким должен быть подарок, чтобы решить эту непростую задачу, вы узнаете в сегодняшней программе. По мнению большинства женщин, идеальный подарок на 8 марта – это тот, который можно эффектно преподнести в красивом футляре, и тот, который будет красиво поблескивать на вашем пальчике, ушках и шее. Речь идет, разумеется, о ювелирных украшениях. Для начала рассмотрим золото и бриллианты. Глядя на эти два варианта, понимаешь, что размер действительно имеет значение. А вот цвет благородного металла – это уже выбор каждого. А как вам такой комплект? Достойную пару бриллиантов в нем составили изумруды. Образовавшийся тандем драгоценных камней чарует своей красотой и великолепием. Тем, кто знает толк в колористике, мы предлагаем обратить внимание на невероятно нежный комплект, сочетающий в себе обилие форм и пастельных тонов. Создана эта удивительная цветовая палитра благодаря голубым и розовым топазам, аметистам и фианитам. Натурам утонченным и изысканным придутся по вкусу украшения с жемчугом в главной роли. И черные и белые минералы в золотой оправе станут прекрасным завершением как праздничного, так и повседневного образа. Не менее оригинальным подарком будут и броши. Здесь тоже можно проявить фантазию, выбрав интересное сочетание камней и драгоценного металла. Кстати, брошь может быть как в золоте, так и в серебре. Тем женщинам, которые ценят в подарке не только красоту, но и функциональность, мы непременно рекомендуем приобрести часы. Как и броши, они могут быть золотыми или же серебряными. Еще один ювелирный презент на заметку мужчинам – это подвеска, но непременно в паре с подходящей цепочкой. Если вы уверены, что в подарке она в первую очередь оценит оригинальность, тогда взгляните на эти новинки ювелирного искусства. К любому из представленных колец можно выбрать очень популярные сегодня серьги Каффы. Их вы найдете не только в золоте, но и в серебре. Эти креативные украшения сделают любой образ смелым и, несомненно, привлекут внимание. В общем, как вы уже поняли, лучший подарок своей женщине на 8 марта – это позволить ей испытать эстетическое удовольствие. А количество карат, пробы металла и выбор оттенков – это уже дело вкуса. Ювелирный магазин «Жемчуг» поздравляет всех с праздником весны и приглашает за подарками. До 10 марта скидки до 40%.